Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в день начала Сталинградской битвы посетил одноименный государственный историко-мемориальный музей-заповедник в Волгограде. Здесь же он оставил запись в книге почетных гостей. В день 80-летия начала Сталинградской битвы мы склоняем наши головы перед памятью павших за освобождение нашей Родины от фашистского ига. Вечная слава героям Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что решением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова акции, приуроченные к памятной дате, прошли во всех муниципальных образованиях региона.